Окончательно и бесповоротно приветствую вас, друзья, у аппарата Zodi на аппарате Car Mechanic Simulator 2015. Давайте возьмем следующий заказ, посмотрим, что у нас здесь есть. Так, вот здесь вроде как немного. Шум при ускорении, ну это понятно, система глушителей. Починить или заменить детали кузова. Вот это любопытно, интересно. Покрасить заводской краской. Вот это мне интересно. Ну, видим уже проблемы сразу же. Кузовные, я имею в виду. Ну, я думаю, можно даже не диагностировать ее. Давайте сразу ее. На подъемник сейчас посмотрим. Судя по всему, просто поменять глушники. Взглянем на глаз. Раз, два, три, четыре, видимо. Четыре там, по-моему, как раз нужно было поменять, да? А, не понял, что мешает. Ага. Вот оно как. Доступ открыт из отсека двигателя. Придется машинку-то испускать вниз теперь. Турбинку снимаем. Отлично. Вот теперь машинку можно поднять обратно наверх. Да, и последний элемент, четвертый. Ну это вообще... простое задание. Я взял его из-за того, что машину нужно покрасить, плюс кузов. Мне интересно тоже подлатать. Так. Передняя выхлопная труба турбо. Передняя выхлопуха турбо и задний глушитель R4. Передняя выхлопуха турбо. Вот она. Каталитический нейтрализатор и средний глушник. Так. Вот каталик. А где же средний? Вот и средний глушник. Отлично, можно все теперь просто навесить обратно. Ой, нет. Стоп. Обычный режим. Режим сборки. Ну, туда пододвинься. Во, так-то лучше. Отлично, опускаем машину и вешаем обратно турбину. После этого уже займемся кузовом. Ну, ну, закручивайте, еще есть. Проверим, да, с этим мы разобрались. Итак, капот, багажник, передние крылья, бампер. Угу. Как? А зачем нужна вот эта работа с кузовом? А, работа с кузовом, это имеется в виду обратно подцепить. Передний бампер. Вроде как тоже нужно было, да? Я немного подзабыл, что еще от нас требовалось снять. Давайте проверим. Итак, капот мы сняли, передний бампер сняли. Правая передняя дверь.
и крылья, и багажник. Правая передняя или задняя дверь? Да что ж я забываю так. Ну, вроде как передняя повреждена немного снизу, да? Задняя-то все нормально. Сейчас снимем и проверим. Передняя дверь правая. Ну, отлично, в таком случае просто все это продаем. Royal Crown, то, видимо, нужно будет кузовные части искать в магазине Royal Crown или нет. А, нет, отдельный магазин у других частей из дополнений. Других машин, я хотел сказать. Так. Переднее левое крыло. И переднее правое крыло. Переднее левое крыло и переднее правое крыло. Жаль, что здесь нет по автомобилям сортировки. Нео Парасете. Роял Бьянка нет. Royal Crown у нас машина. Вот, есть. Так, капот, кстати, берем. Переднее левое крыло. Переднее правое крыло. Бампер берем передний. Нет, правая передняя дверь берем. Вроде как все. А, крышка... Нет, это уже GTR. Крышка багажника. Капот есть новый. Крышка багажника есть новая. Это есть. Надеюсь, не ошибся. Работа с кузовом. Там куда-то отключаешься. Почему делаешь шажок, и оно отключается? Ну, не всегда, в принципе. Вот сейчас не отключилось. Так, я все нацепил? Да, давайте проверим. Осталось покрасить машину заводской краской. Покрасочная камера. Еще что хорошо в таких быстрых заданиях, то что очки опыта нам быстрее дают. В любом случае, независимо от сложности задания, мы получаем 100 очков по окончанию. Я ведь хочу побыстрее гараж приобрести, поэтому для меня это важно. Выбрать заводской цвет. Вот это он и есть заводской. А когда нам дадут возможность, не знаю, самим поэкспериментировать... Так, заводской. Покрасить машину. О, как она теперь блестит. Есть, сдаем заказчику. А, кстати, бонус, посмотрите. Денег мы получили больше даже, чем в прошлой серии. Ничего себе. 8800. Еще две машины максимум нам нужно отремонтировать. Давайте посмотрим. Тормозная система нуждается в ремонте. Вот давайте вот эту возьмем. Болт Рептилия. Ух, какая! Ох, какая! Какая красотка! Нет, я хотел посмотреть. Так, ну, тормоза, это, думаю, мы сами разберемся с ними. Какая красотка. В любом случае, начинаем с того, что снимаем просто
колесо и смотрим дальше. Вентилируемый тормозной диск. В принципе, к тормозам больше здесь ничего не относится, так что здесь вроде все остальное в порядке. Продаем тормозные колодки. Покупаем новые. Отлично, переходим на левую сторону, проделаем те же манипуляции. Здесь уже и саппорт тоже поврежден, да и вентилируемый диск нуждается в замене. Все остальное вроде в порядке. Итак, колодки, саппорт и вентилируемый тормозной диск. Я не помню по количеству, сколько там вообще деталей нуждались в замене. Сейчас посмотрим заказ-наряд. Возможно, сзади даже ничего менять не нужно. Кто знает. Было классно так по-быстренькому справиться. Нет, в любом случае, переходим на заднюю сторону. Заднее левое колесо. Так, посмотрим теперь все остальное вроде, ну, более-менее еще в порядке. Стоп, что-то у нас барабанный тормозной цилиндр, тормозная колодка, тормозной барабан. И, по-моему, с правой стороны, получается, будет еще нечто в одном экземпляре. Вот еще бы сейчас, после этого автомобиля, тоже какой-нибудь простенький такой заказ, быстренький. И было бы просто зашибись. Не терпится мне купить гараж, чтобы посмотреть, какие возможности он нам предоставит. Но я знаю, что мы сможем уже посещать аукцион. Просто захотел заглянуть. Да, все отлично. Копейки получаем, но сейчас нам не деньги важны, а очки опыта. Один автомобиль всего лишь осталось нам отремонтировать. Один-одинешенек. Вот такой же быстренький бы заказик, было бы зашибись. О, нет быстрых. Плохо. Так, смотрим, что у нас здесь. Плохо управляется. Тормозная система, громкий выхлоп. КПП. Ой, тормозная, громкая. Доглушники. КПП. Детали кузова перекрасить. Думаю, здесь будет побыстрее. Давайте возьмем ее. Салим Флеймо. Но спереди мы уже видим, что кто-то полил машину кислотой.
Так, давайте прокатимся на ней. На всякий пожарный. Возможно, это поможет нам обнаружить проблемы, КПП какие-то. Еще на диагностический стенд ее отправим тоже обязательно. Хотя не так уж и много деталей нуждаются в ремонте, но разбирать придется много. Хотя почему? Снять вал и КПП уже открыто, в принципе. Разобрать, собственно, КПП и посмотреть, что там ржавое. В принципе, неплохо, но я осознанно не ускорялся, осознанно ехал очень медленно. Если бы ускорился, думаю, точно где-то влетел бы. Итак, 5 деталей мы уже знаем. Еще 7-8 деталей необходимо найти. Давайте, пожалуй, все-таки на всякий пожарный... А, отправлять нужно машину, да. Забываю я постоянно. Ого, посмотрите, какая проблема с тормозами передними, а? Вообще. Да и с задними ситуация не лучше. А с подвесочкой что? Ну, с подвеской неплохо. Еще 4 детали нам показало исследование. Дальше будем разбираться сами. Машина слишком громкая, это глушники, скорее всего. Итак, нам нужно разобрать КПП. Тормозную систему. КПП разбирается тоже снизу, если я правильно помню. Поэтому машинку просто поднимаем вверх. Кто додумался покрасить машину в такой говняный цвет? Ну это прям... Машинка сама по себе неплохая, но такого цвета... Это просто какашка на колесах. Я извиняюсь. Получается. Итак. По пути уже и тормозухой займемся тоже сразу же. Тихо-тихо, ну. Более-менее еще, более-менее. В замене не нуждается. Не по поступлению, а по состоянию. Почему что не запоминаешь? Тормозные колодки, вентилируемый диск и саппорт. Колодки, диск, саппорт. Сразу навесим
и перейдем к правому переднему колесу. Потом займемся КПП. Саппорт убит. Колодки вроде еще живые. Вентилируемый диск тоже более-менее в порядке. Окей. Меняем только саппорт. Отлично, переходим теперь к КПП. Надо кардан сразу снять, в принципе. Самая неудобная деталь в этой игре. Есть. Кстати, глушники сейчас снять или потом? Снимем. Почему бы и нет? А здесь у нас... Понятно, спереди мешает опять-таки выпускной коллектор. Да, вот она проблема. Потом, когда машину опустим, тогда уже займемся. Сейчас давайте мы с КПП разберемся. Из отсека двигателя, да блин. Что еще мешает? Ничего. Только лишь стартер. Ну ладно, в таком случае. Опускаем машинку. Задний глушитель V8. Камера. Отлично. Можно поднимать. Сам кожух мы уже видим, нуждается в замене. Диск сцепления и маховик. Вот и все, что необходимо нам было здесь заменить. Маховик, диск сцепления. И КПП R4. Маховик. Отлично. И сразу же возьмем передняя выхлопуха R4. Вот она. Ну и давайте навешивать. После чего останется разобраться с задними колесами, с тормозной системой, кузовом и перекрасить машину. И мы покупаем гараж.
Ну, кардан, блин. Кардамон, ёлки-палки. Ой, не то нажимаю. Отлично. Что я не купил? Задний глушитель V8 я не купил разве? Задний глушитель V8, ну вот он. Или я не тот купил? Ну, по-по-по. V8 OHV нам нужен. Пум, не тот я купил. Задний глушитель V8 OHV. Вот что нам нужно. За $300 я его купил, ёлки. Да ладно. Не так уж прямо и страшно. $275.75 потеряли мы, но ничего страшного, в принципе. Не так уж страшно, ладно. Тормозухой занимаемся. Сколько там еще? 4 детали. По 2 детали на колесо. Или нет? По-моему, все остальное нормально, да? Ну, давайте меняем тогда здесь барабанный тормозной цилиндр. Окей. Сам диск, посмотрите, убитый просто. Возможно, он тоже нуждается в замене. Так, барабан. Тормозная колодка и барабаны. Нет. Цилиндр, барабан и колодка. Вот что нуждается в замене. Отлично. Опускаем автомобиль вниз. Вешаем то, что сняли. Смотрим теперь, починить или заменить детали кузова. Капот, левая передняя фара, левое переднее крыло. В общем, передние фары, капот, левое крыло, правая дверь. Надеюсь, не ошибся. Салим Фламмо. Итак. Стоп, левая передняя фара. Нужна была нам или нет? Левая передняя фара. Да, нужна была все-таки. Отлично, ладно. Давайте покупать теперь. Все это потом продадим. Ищем на букву S. Так, капот. Левая передняя фара.
Переднее левое крыло. Дверь я купил. Вроде как, нет, не купил. Продал, но еще не покупал их ничего. Правая передняя фара. И все. Проверяем. Капот. Да. Фары. И переднее крыло. Да. Отлично. Ну что ж, давайте вешать. Да елки. Не отключайся ты. Дверь. Да что ж ты отключаешься, блин. Проверяем. Отлично. И перекрасить заводской цвет машину. Осталось нам всего лишь. Куда я отправил? Тыкнул, даже не успел прочитать, куда я отправляю машину. Заводской цвет. Отлично. Заказ мы выполнили. Неплохо так мы заработали. Неплохо, посмотрите, а. И у нас теперь более 9000 очков опыта. И мы покупаем гараж. 50 тысяч, вашу мамашу. Подожди, сколько у нас? 61. Да, покупаем за 50 тысяч. Стоп, так мы можем докупать, что ли, еще? Расширять? Юу. Давайте посмотрим. У нас сейчас получается две парковки, да? И мы можем купить еще две. Наверняка стоить они будут целое состояние. Но посмотрим, сколько мест парковочных имеется. Возможно, нам хватит и этих двух. Я не собираюсь весь автопарк скупать. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, да? Понятно, то есть сейчас у нас 12 мест, по сути, на двух парковках. Хватит, я думаю, хватит с головой просто. Что я хочу сейчас сделать, друзья? Во-первых, я хочу посетить аукцион, просто посмотреть, что это такое, как оно работает. До этого он был для нас закрыт. Теперь впервые мы его посещаем. Ну, принцип-то мы и так понимаем. Мы будем покупать ужасные, разбитые, раздолбанные машины за копейки, улучшать их, переделывать их, ремонтировать и потом втридорого их продавать, получая определенную прибыль в итоге. Но этим пока что заниматься не хочу. Я хочу просто ремонтировать автомобили. Мне сейчас важнее очки опыта, чтобы я мог кастомизировать гараж полностью. 1500? Ставка растет, посмотрите, а. Офигеть, нет, следующая машина. Автоаукцион Ковальски. Ох, убитая какая. Красотка, но убитая. Нет, следующая машина. Я просто сейчас посмотрю, какие еще есть машины, примерно о них цены. Мне интересно, сколько будет стоить Малук. Я все хотел себе в коллекцию автомобиль Малук. Сейчас я покупать в любом случае не буду, у меня очень мало денег. Ух, хорошо. Такую тоже хочу. Оставшиеся машины сегодня 7. Ну ладно, давайте закончим на этом. Это долго просматривать все машины. Мы так понимаем, что просто раздолбанные машины, да? Но пока что у нас нет достаточно средств, чтобы покупать их. Дело в том, что у нас всегда должен быть начальный капитал, так как на ремонт любого автомобиля нужны деньги. Если у нас не будет денег, мы не можем закончить ремонт и не можем заработать деньги.
То есть будет такой, скажем так, финиш. Поэтому деньги всегда в любом случае быть должны. Что я сейчас хочу, друзья? Во-первых, давайте посмотрим, что у нас прокачано по улучшениям. Так, развинчивание, сборка бы прокачать. Ручной осмотр. Это мне не нужно, пока что этим вообще не занимаюсь. Здесь у нас все само собой есть. Вот еще бы вот это прокачать. Но пока что не хочу, я хочу сделать кое-что другое. Я хочу полностью кастомизировать гараж. Так, мы пол поменяли. Пол 1, пол 2. Точнее, ну да. Пол 1 и пол 2. Давайте теперь стены какие лучше, эти или эти. Вот эти серые мне не нравятся абсолютно. Давайте купим стены Б. Почему бы и нет? Давайте покупаем. Вот это и то лучше. Вот это еще лучше. Ну, как-то даже не знаю. Нужно подумать. Зависит от того, какие стены у нас будут вот эти вот все. Видите, вот сверху, то есть кирпичные. Это через несколько серий, когда у нас будет 10 тысяч опыта, поменяем их. Тогда уже мы сможем скомпоновать их вместе просто. Будет красивее. Ну, давайте пока остановимся на этом. Посмотрим просто, что они себе представляют. А, это просто металл, лист металла. Издалека не было видно даже, что это. Ну, в принципе, пускай пока что будет так. В любой момент мы теперь можем их менять бесплатно, так как мы приобрели такую возможность. Пусть так пока что будет. Что нам еще осталось в итоге? Вот эти стены все поменять. Потом окна, полоски, вот эти все стеллажи. Ну и в принципе будет зашибись, да? И будет зашибись. Как минимум еще нужно нам 4 или 5 тысяч опыта насобирать. Что ж, друзья, спасибо вам большое за просмотр. Не забывайте подписываться на канал и ставить пальцы вверх. Как обычно, с вами был Зоди. Удачи, друзья, и встретимся в новых сериях. Пока-пока!